Преподаватель из школы Белого Яра Елена Тарас вошла в число финалистов конкурса «Педагог года Югры-2013». Сегодня в Ханты-Мансийске подводит итоги окружного этапа всероссийского конкурса. Жюри определяет победителей 5 его номинаций. Конкурс проходил в номинациях «Учитель года», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Педагог-психолог», «Учитель родного языка» и «Педагог дополнительного образования». Профессиональное мастерство в них и демонстрировали 50 представителей сферы образования из муниципалитетов Югры. Проводили мастер-классы, открытые уроки, проявляли творческие способности в самопрезентациях. Кроме профессионального жюри, выступление участниц оценивало и ученическое. Мы же тоже сейчас учимся в школе, у нас тоже какое-то представление, как это сидеть за партой. Опирались на то, как видим учителя. Они смотрели то, что заинтересовали ли нас, хотим ли мы вот сейчас здесь вот присутствовать и прям самим начинать рассказывать все, что они как бы спрашивают, отвечать на их вопросы. Преподаватель английского языка Елена Тарас выступает в номинации «Учитель года». В ней она конкурирует еще с 5 финалистками. Кому досталась победа, мы расскажем в понедельник.